Ворона летит хвостом вперед, а навстречу ей лиса смотрит на все на это и говорит: «Ворона, ворона, ты чего это хвостом вперед летаешь?» Ворона в ответ: «Теперь можно, демократия у нас!» Лиса взяла и тоже хвостом вперед побежала. Это все увидел волк, подбежал к лисе и давай ее оприходовать. Лиса орет: «Ворона, ворона, ты ж сказала, демократия у нас, ты посмотри, что в лесу делается!» Ворона ей сверху: «Это у нас наверху демократия, а у вас внизу как имели, так и будут иметь». Вот так, жизненный анекдот. Сидят два брата, грузина, за стаканчиком вина. Один у другого спрашивает: «Слушай, Гиви, а что ты будешь делать, если медведя в лесу встретишь?» Второй так смотрит на него: «Застрелю». «А если у тебя ружья не будет?» «Ну тогда зарежу». «А если ножа не будет?» «Ну тогда в речку прыгну». «А если речки рядом не будет?» «Ну тогда на дерево залезу». «А если дерева не будет?» Гиви не выдерживает: «Слушай, ты чей брат, мой или медведя?»